Рядом вы на канале Gymnastic Шоколадикс и я Даша. И сейчас на часах 6 часов утра, а это означает, что мы с вами сегодня поедем на соревнования в Россию, в город Ростов-на-Дону. Не обращайте внимания на мой еще заспанный вид. Я только проснулась, встала, взяла в руки камеру и собираюсь сегодня для вас снимать влог с этих соревнований. Соревнования проходят целых 4 дня. Ну а что будет дальше? Вы узнаете в этом видео, так что оставайтесь со мной, и мы поехали. Анечка, почему мы сидим в автобусе? Скоро будем выезжать. Думаю, что-то интересненькое будет, так что оставайтесь с нами. Жарко. Не могу. Да. И больше никого. Вот таким вот составом, собственно, мы и едем. Ладно, это шутка была. Ася! Нет, вполне. Ты швек. Женщина. Поехали. Сейчас поскачем. Да, там я. Смотрите, что она сделала. Ася, смотри, играем. Ксюш, хочешь подушку? Подушку. Аня, на меня ходишь? Да. У нас биология интересная. Что там? Восьмерки воды. А, понятно. Да нет, какой-то он маленький для пассажирского. А бывают небольшие пассажирские. Мама, что так низко летит? Ну там уже у нас топливо, видишь, сбрасывает, видишь, полоса. Это что-то аэропорт. А, да, это аэропорт? Ну да, там. Все, короче, он нам, наверное, в лес придет. В общем, ребята, спустя 5 часов дороги мы даже еще не доехали. Нам еще примерно где-то, может быть, минут 40 ехать. Стоим сейчас на какой-то заправке. Вон она, Анечка. О, боже. Шел 5-й час поездки. Короче, мне даже было плохо. Мне чуть-чуть укачало, но ничего страшного такого не произошло сверхъестественного. Вышла ночью, подышала, пока стояли на границах, вроде все прошло. Сейчас все со мной хорошо. Короче, как доедем, мы с вами уже встретимся. Какое все красивое просто, ребята. Это вид с заправки, чтобы вы понимали. Там, я не удивлена, если будет там еще и бассейн. Ага. Конечно, будет, да. Вот там, где видишь, закрыта оранжевая часть, там бассейн и спортзал. А вот специальная парковка для тех, кто приезжает на машинах в школу. Угу. Капец. Свой трансформатор. Саша, давай твою. Короче, у нас все. Ну, поем. Когда мы едем в маршрутке, место 5 часов в субботу. О, дети, баран! Мы, кажется, доехали. В общем, ребятки, вот такой вот у нас номер. Тут двухъярусная кровать. Еще вот такая вот штучка. Тут туалетный столик. Знаешь, от нас отходит просто тут вся энергия.
света, солнца и добра. Есть вот такая вот двухспальная. Короче, ребята, сейчас нам сказали, что маршрутка тренера уже приехала. Мы тут, как видите, просто полным ходом разминаемся, что-то пытаемся сделать, чтобы... Нас не сильно, так сказать, ругали. Ой. Мы хотим выставить светлую камеру, но мне кажется, что это очень плохая идея. Мы идем с горелик на шухер. Что вы делаете? Я не знаю, это не я. Что там? Сейчас мы смотрим, что там. Маршрутка была, видела? Нет. Сейчас я вам постараюсь что-то показать, ребят. Сложить. Нет, нету. А куда вы сложили? Чё в чемоданах? Или у меня в шкафчике. Так тут кто-то повесили, сказали, какой-то стул. Ну тут мы куртки вот и купальники повесили, и все. На спинку стула. А на спинку стула все не поместится. И куртки некуда повесить. Боже. Тесновато, конечно. Я пойду хоть, девочки, руки. Вы поели? Да. А что вы ели? Первое. Нам обид суп. А вам приготовили? Да. Итак, девочки, я не знаю, это мафия. Это туз – это мафия. Дама – это доктор, король – это комиссар. И два мирных жителя. Все красные, понятно? Четвертый мирный житель. Так, закрываем глаза. Да, закрываем глаза и выдаем вам карты. Ты сама позвони. Я сама. Какая разница, я сама потом узнаю. Да. А что, я нахуй? По какую сторону, Леша? Так, открываем глаза, быстрее смотрим, какая карта. Я не запомнила. Да, да, да. Окей, я сказал нахуй. Так как у вас ничья, следующая ночь продолжаем играть. А, то есть я могу забегать, да? Да. Да. Город засыпает. Я засыпаю. Пожалуйста, меня убивай. Глаза закрой. Закрой, я сказала. Город засыпает, просыпается мафия. Мафия выбирает жертву. Дама. Дама, говори. Мафия. Ну и в итоге у нас мафия оказалась. Вот этот вот человек прибежал, еще вот это. Где-то вот это. Вот это было мирным жителем, на которую думали. И сейчас мы будем всем составом играть вот это, вот это, вот это, вот это. Я, вот это, где там еще, вот это, вот это. Будем играть в мафию. В общем, ребята, всем привет! Сегодня вообще второй день, мы находимся в Ростове, сегодня второй день соревнований. Мы сейчас уже собрались выходить, но мы сегодня не выступаем. Сегодня на этих соревнованиях будет почетный гость, это Александра Солдатова, максимально известная гимнастка. Мы сегодня поедем, будет фотосессия с ней, будет автограф-сессия, поэтому я вам что-то все-таки постараюсь снять, и мы... Погнали, не переключайтесь. Эксклюзивные кадры. Такое вы увидите только на наш канал, девочки. Александра. Мириночка вам машет сейчас. Ксения, вы где? А вон она, Ксения. Мириночка очень любит камеру.
сессия с Александрой Солдатовой. Думаю, все гимнастки ее знают. А сейчас все-таки мы решили потренироваться. Оно разминается. Я уже поразминалась. Но из-за того, что у меня очень сильно болит колено, я не буду, наверное, все-таки растягиваться по берегу его до выступлений. Не смотри так на меня. Короче, встретимся с вами чуть попозже, но уже сегодняшним днем я осталась довольна. Мы уже приехали домой, сейчас на часах уже начало 12-го. И я, наверное, все-таки уже буду заканчивать первую часть влога с соревнований в Ростове. Так что в этом видео было достаточно много. Некоторые мои мечты сбылись. Так что, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте под ним лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на красивую кнопочку. Также обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы именно ты смог посмотреть мое видео самым первым. Ну все, ребятки, с вами была я, Даша. Я всех очень сильно люблю. Всех жду на своем канале и в Инстаграме. И всем пока!